исповедуешься, исчавляя всех на сцену. Мы вас всех любим. Вы всегда с нами. Пожалуйста. Рады, что этот солнечный день, мы здесь все вместе собрались, вы можете увидеть, сколько нас здесь пришли поздравить, поприветствовать, ну и, соответственно, вручить наши национальные сувениры. С праздником! Дорогі наші азербайджанські друзі, прийміть щирі вітання від Українського культурно-просвітницького центру «Родина». Нас зв'язує велика і довга дружба, дружба наших воскресних школ, вічна дружба, уваження і взаємопонімання. І я желаю вам в этот юбілей, в этот юбілейний год, щоб у вас було завжди мир, щоб було щастя, здоров'я, благополуччя в сім'ях, щоб ваші діти завжди несли с гордостью имя азербайджанца, и чтобы в ваших сердцах всегда было сострадание, любовь к ближнему и понимание. Долгих-долгих вам еще лет, чтобы ваша община процветала и чтобы она радовала наш прекрасный город. Спасибо, Алиага, спасибо, Реночка, спасибо всей азербайджанской общине за дружбу и взаимопонимание. Labai diena, Klaipėdos vokiečių bendrija, taip pat sveikina Azeris, pirmininką pavaduotoją, visus narius, alles gute zum 10-jährigen Bestehen. Alles ganz kurz auf Deutsch, der Vorsitzende sagt auf Litauisch, o pirmininkas pasakys lietuviškai. Gerbiamas Alegai, Klaipėdos vokiečių bendrija sveikina jūsų dešimtmečiu, likime jūsų bendrijų stiprybės, kad viskas būtų gerai ir ateityje, kaip į dabar, draugiškai gyventėme su visom bendrijom. Ačiū. Добрый день, уважаемые гости, уважаемая община Азербайджан, Алиага. Мы много-много лет тоже вместе. Очень приятно общение, дружба. И хочу сказать всем-всем гостям, нашему мэру города Витовту Сухребрявичу, за поддержку. Всегда-всегда нам помогает департамент наш, госпожа Елена, и консульство всех-всех гостей. Спасибо всем. Олега, вам тоже большое-большое спасибо за приглашение.
Дорогие друзья, именно слово «друзья», потому что друзья бывают разные. В спорте, на улице, за столом особенно бывает много друзей. Но есть друзья, с которыми, которые проверены временем. И так для меня это азербайджанская община, с которыми на самом деле мы сотрудничаем очень давно и успешно. И ассоциация в 10 лет для меня всегда будут дети с Читы Мамедовых, с песней «Азербайджан». С праздником вас, чтоб эту песню мы слышали еще много-много лет. Хорошего праздника! Labdien, cienīgie Klaipēdas kolektīvs Azeris. Ar šo jo latviešu, atvainojos latviešu asociāciju atpūta vardā apsveicam kolektīvu, bet kalbėsiu lietuviškai dėl to, kad daug klaipėdiečių, kurie nežiūrint ar Azeris kolektyvas, ar kitos tautos kolektyvas, tai reikia pasidžiaugti, kad šis jubiliejus tikrai yra gerbiamas, mylimas, savo identitetą azerbaidžaniečiai gerbė, myli ir ką mes šiandien labai turtingai viską matėme jau. Daug saulės, šviesos ir mylėkim savo identitetą ir tėvynę, o dar labiau Klaipėdą. Ačiū ir sveikinu Mamedą. Університету сеньйорів, поляків, життя вам здоров'я, певно, віця до такого сеньйори. Уважайте себе, так, що ви дожилися до таких лет пєкних, пєкні виглядаєте, життя так добре. І як наше стоваришення, третій університет поляків Клайпеди. Życzę wam wszystkiego najlepszego, bo wy zrobiliście takie piękne święto, że my goście i goście z drugich miejsc widzą takie malutkie Azerbejdżan, tak pięknie zrobiony, tak pięknie urządzony. Także my czujemy się, że chociaż daleko Azerbejdżan, a my jesteśmy dzisiaj w malutkim Azerbejdżanie. Życzę wam zdrowia, święta. Уважаемые собравшиеся, хочу напомнить, что в Клайпеде национальные общины начали действовать еще в конце перестройки. Это были Русу Бендрия, Вокичу Бендрия, Джиду Бендрия и Рукарнечу Бендрия. А потом позже уже пошли и другие, и это наши как дети. Но посмотрите, дети 10 лет, но какие взрослые! Так, какие успехи, и то, что было сказано предыдущими, чтобы не повторять, я присоединяюсь ко всем словам, что были сказаны, и пожелания самые лучшие, какие у нас есть сегодня, и дай Бог еще дальше. Аджи. Hörmətli əzizlərim, bu gün mən o qədər sevinirəm ki, hansı ki Litvanın bu uzaq küçəsində, Klaipeda şəhərində mənim dostum Əlağa və yoldaşı Rəna xanım, hansı ki bir rayonlanır. Mən çox-çox sevinirəm, hər ilin bu vaxtı gələndə bizim Azərbaycan haqda heç olmasa nə qədərsə kimsə eşidə bilir. Mən çox-çox şadam bugün sizi görməyə, hamınızı təbrik edirəm, xoş gəlmişsiniz,
Savo. Aziz han vatanlarınız, bizim bayramımız mübarek olsun. Size uzun ömür, can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram, birliği arzulayıram. Arzu edirəm bütün Litvanın hər bir şəhərində bilənsi bir bayramlar keçirək. Çox sağ ol, ağalım, əllim, Rəna xanım, çox sağ olun, minnətdarım sizə. Sağ olun. Дорогие друзья, очень приятно, что столько председателей общины собрались, поздравили наш юбилей. 10 лет мы, конечно, с ними вместе, и как-то сама по себе мы уже стали очень близкими друзьями. Мы заложили фундамент для будущего поколения, что будущее наши дети в этом прекрасном городе Клайпеде жили дружно и продолжали ту традицию, которую мы основали. Поэтому я тронут всем жителям Клайпеды, уважаемому мэру, конечно, всегда он находит время поздравить или на любой мероприятии национальной общины присутствует. И благодарен друзьям, я так назову, председателей общины и членам, что всегда приходит, поддерживает наши. И мы же, как же их поддерживаем, и за их удачи мы всегда рады. Спасибо всем.